У нас тут пауза. Просто планируется задушевный разговор. Вот есть сюда. Что там на столе? Да, я вот помню, мы в Германии так выступали на улице-то. Файв. А, Филов, правильно, что сейчас все мечусь между английским и немецким. Огромное спасибо за ваши песни, особенно о севере. В этом году, 4 октября, нашему Мурманску исполнилось 100 лет. Ну, елки-палки. Если возможно, исполните, пожалуйста, песню «За полярным кругом снег белый-белый» с нарушенным рынком. Не позвали даже меня. Мурских. Так, ну, 100 лет. Ну, на 200. Хорошая тоже была такая записка. Олег, у вас прекрасные песни о Санкт-Петербурге. За них вам можно простить несколько песен о Москве. Егор Чуханов, я из Москвы, мне 8 лет. Мне очень нравятся ваши песни, и я хочу, чтобы вы расписались. Конечно, а для папы спойте, пожалуйста, «Авиатор». Папа Рома. Да. А Рома. Исполните, пожалуйста, песню о зиме. Ведь скоро лето. Зимой это актуально. Конечно. И, конечно, мы споем. Вот я даже думаю, какой-то уже 5-й концерт. Очень ждем царицу Непала. Ну, если вы...